Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе. И прежде чем приступить к просмотру новых ваших шедевров мода-творчества, я по традиции обращаюсь к нашему уважаемому жюри, а именно к зрителям. Друзья, не забывайте, все авторы в нашем мире настоящие художники, а это известно, как народ очень ранимый. Так что отнеситесь к выбору лучшего мода с особым вниманием, я бы даже сказал, щепетильностью. Договорились? Тогда приступим. Жюри, наши зрители, это я имел в виду, что как бы вы тоже можете оценивать мод по-своему и писать в комментариях, каково ваше мнение про моды. И отнеситесь к оценке с особым вниманием, щепетильностью, как бы я уже сказал. Короче, первый мод, на котором мы с вами сегодня посмотрим, называется Neighbors from Hell Alpha 2018 Remake. Мне его прислали уже давно, но я что-то пропустил его, то ли мне он не понравился, то ли он слишком был похож на какие-то другие моды или что-то еще. Вот, я не помню, это давно было, но сейчас мы его проверим. Чувак, который мне прислал, Cold Martin, что ли, зовут его. Даже разозлился из-за того, что я его не снял. Ну и, естественно, я экстренно, так сказать, снимаю этот мод. Во-первых, что мы здесь видим? Английский язык, вот здесь AI, что-то там. Это даже не английский язык, а фиг знает, что вообще. Музыка из-за демки, когда соседа хардкор играет. Из демо-версии именно. Фон, как в первом, когда соседа, однако логотип из второго, когда соседа. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь написано... Не знаю, что это за язык, но я по нем не понимаю, на нем. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, я элементы портала. Это что такое? Как так? Водка на времени еще написано. Почему? Какой-то странноватый мод. Попробуем сейчас еще раз. Тут элементы портала, элементы хардкора есть, есть все. Элементы глюков. Короче, объединенный мод, можно сказать, какой-то вот этот. Так вот это взять нельзя, я что-то смотрю. Так, не вот это случайно? Нет. Вот это. А, я догадываюсь, кажется, в чем дело. Нужно... Где-то здесь, наверное, находится. А, так вот оно в чем дело-то. Тут слепую ищи, блин.
А, вот, подождать надо было, да? Теперь придется мыло искать еще вслепую. Здесь я не найду, походу. Но тут, как бы, вот это вот... Вот этот фон, вот это вот уровень, как бы это... Из когда-то седа хардкор уровень вишневый пирог называется. Давайте закончим на этом. А как выйти? А, вот так. Странновато немножко уровень. Ну ладно, давайте посмотрим, что дальше. Так, это... А это, я так понимаю, взято из... самого первого мода на КДС-соседа, который называется... Woody MS Back Alpha. Который мы с вами тоже играли. Только вот не могу понять, музыка откуда. А, еще глюки есть. А музыка из портала, по-моему, когда соседа портал. А, сосед из когда соседа 2, вот это, кстати. А, еще и дают 52 этой минуты. Вообще быстро. Такое чувство, что слишком громко звук играет. Давайте тише немножко сделаем. Да, корявая картиночка спрайды. Что-то я шкафа не вижу здесь. Его, наверное, здесь и нет, по сути. Спрятаться, точнее, в него нельзя. Найс, блин. Так, экспертные шаги, блин. Что у нас там дальше идет? Так, и еще глюки. Супер-пупер мега кресло, откуда-то взявшееся, непонятно. Ночь, кстати, красиво сделана вот здесь. Красиво, реально. Только вот так вот играть, это глаза только портит себе. А, вот комод. Тут слепую ищи, блин, тоже. Опять кресло появилось вот это. Ну, это, наверное, из-за камеры. И водка написана, это типа... Типа мы пьяны и видим, чё, черти что вообще. Ладно, переходим к первому сезону. Посмотрим, что тут есть. А тут...
А это уровень из портала, я так понимаю. Как? Да, тут из портала элемент. А, здесь нет прохода, смотрите-ка. А, ну и глюки, конечно же, тут есть. Так, посмотрим дальше. Давайте просто посмотрим на уровень. Я не буду это все проходить, я просто хочу посмотреть, как тут уровни все понаделаны. Отлично, один сосед убитый, второй живой. Второй как стадо пока стоит. О, мне тут, как раз мне тут моды прислали, давайте посмотрим. Сейчас. Мод прислали мне тут один. Зашибись. Фух. Да. Ой, куда? Буквально за секунду проходит. Бежит. Идет. Наш Вуди. Йо-йо, блин. Так, бёздей, посмотрим. Что тут еще понапихали? Это из Вуди возвращается взято. Хорошо, что тут открыты все уровни сразу. Не надо проходить игру, чтобы что-то открывать. У нас есть возможность сразу посмотреть на все при все. А, я не то одел. Буквально за секунду оббегает все подряд. Он телепортируется буквально. Не успеваем. Ладно, короче, понятно. Рестарт, написано рестарт уровня, да. Первые шаги, но тут не в том порядке разбросано. О, за соседа можно играть. Причем двигается он с той же самой скоростью. А, в ту дверь нельзя войти, я думаю, что это за дверь. А здесь у нас что? Из какого мода сейчас будет? Здесь из хардкора, правда. Взято... Уровень, вот этот вот фон уровня как бы взят из... Что это было? Из Вуди... Из этого... Ой, из хардкора, из уровня банные... Время смывать кровь, то есть, как бы не соответствует, как видите. А что, он так и будет, что ли? А, погодите-ка. Как такой уровень вообще проходить? Он телепон, тпшкается в буквальном смысле. Бастаем. Блин, вот мне реально интересно посмотреть каждый уровень, чтобы реально посмотреть, что там еще понамутили. И здесь что у нас тут намутили? Тут намутили мигающую дырочку.
Мигающие объекты. От такого глаза могут реально испортиться. Интересный, интересный. Давайте дальше смотреть. Какие еще изменения? А здесь у нас что? Это из второго сезона, это из... Это как бы из хардкора взято. Взят уровень сам. Вот этот. Фон, вот это все. Так же выглядит. Но сосед делает действия не там, где надо. Мотор работает, а сосед делает в ванной. Он ТП-шкается в буквальном смысле. Это как можно так играть? Это у нас что? Или это я только что открывал? Я только что это открывал, я не тот уровень открыл. Вот этот. Солнечное утречко. Посмотрим. Это из Вуди возвращается взято. Еще лейка вот здесь стоит. А кресло выглядит так, как будто оно раскрыто. Или как будто там в кресле какой-то проход секретный есть. Это серьезно так выглядит. Интересно. Ладно, это посмотрели. Смотрим дальше. А это у нас... А я не помню, откуда это, кстати, взято. Но тут элементы портала видны. Я из чего-то знакомого. Вот я вот это вот, по-моему, играл даже. Вот откуда, не помню. Возможно, возможно. А, знаете-ка, что я думаю? Скорее всего. Но могу ошибаться. Это взято из... Вуди возвращается альфа-версия. Самый первый мод на КДС соседа, если не ошибаюсь. Ты... Здесь все как попало раскидано. И выглядит вот так, собственно. Блин, это реально просто интересно всегда смотреть, что тут. Как каждый уровень, откуда что взято и так далее. А, так, опять мигающая дырочка. Мигающий уровень. Вот раз мигает... Раз можно вот такие мигающие картинки делать, то, наверное, можно сделать дождь из двух кадров. Можно сделать дождь, наверное, я считаю. Такой идет дождь, и можно еще звук наложить. Вот было бы прикольно, если бы сделали бы... Реально было бы прикольно, если бы сделали бы уровень. Сделали бы мод, где есть дождь. Выглядит такая анимация из двух кадров, так же, как вы сейчас видите. Могли бы... Один кадр дождя, второй кадр дождя, и вы поняли. Ну и звуки еще можно наложить. Прикольно, да? Прикольная была бы идея, я думаю. Это у нас что? Тоже мигающая дырочка. И взятый из хардкорчика. Пылесос, который в миксе, когда соседа микс, по-моему, был вот здесь. Вот ночь мигает, ночь проходит и выходит. Кровь хлыщет из стены. Ну вообще жесть какая-то. Серьезно. Фитнес. Посмотрим, что здесь. Здесь переставлены дверь. Ночь. Да, переставлены двери. И выглядит весьма интересно. Дальше. Смотрим. Do it yourself. Здесь у нас что-то понарисовано. Какие-то синие кружки. Желтоватый оттенок какой-то здесь. Мигающая лампочка.
такие вот кружочки. Предметы тоже расположены не там, где надо. И посмотрим последний, наконец-то, уровень. Что у нас здесь? Здесь нельзя спрятаться в шкаф, кстати. Мы соседы не те, которые на самом-то деле, кстати. Спрятаться нам некуда здесь. Из хардкора тоже взяли. Такой вот модик, собственно говоря. Каждый уровень чем-то уникален. В каждом уровне есть какие-то элементы из модов, которые мы с вами играли. Что ж, это довольно интересно, это меня даже заинтересовало немного. Мод, конечно, говно, но зато у него есть концепция. Поэтому, плюс-минус. Ссылочку на него я оставлю в описании, может кому-то будет интересно. Ладно, ребята, я иду навстречу к следующему моду. А хороший ли он или так себе, мы узнаем после рекламы. Дорогие друзья, я продолжаю рекламировать канал «Чего хочу, то и ворочу». Пацаны Леха и Витя тут снимают про свои различные приключения и про свою жизнь. Они часто в основном готовят различную еду. Но помимо еды они снимают и другие интересные видео. Наверное, определенно ничего не знаешь. Я с папой, наверное, на такси, наверное, свинину купил. Я предполагаю. У меня еще, кстати, есть курица цельная. Разделаем, также замаринуем и на решетке, как в тот раз, крылья сделаем. Конечно же, тут и смешные моменты так, есть. Иногда на канале бывают совместные видео с каналом Максимадзе, то есть со мной, а также с каналом Полное ТВ. Ну и в конце концов, часто он проводит стримы, на котором он общается со зрителями и отвечает на вопросы. Жалко только, что он их не сохраняет. Так что переходите и подписывайтесь на этот канал. В эфире интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем. Следующий мод называется Woody from Hell. Сделал его какой-то мистер Дуды. Прислал мне его вот этот вот канал. Вот этот чувак. И... Стоп, что там написано? Что там было написано? Погодите. Оригинал Спайди. Подпишитесь на канал Максимадзе. Спасибо, подпишитесь, да. А что, других каналов нет? Ну ладно. Спасибо, спасибо, спасибо за рекламу. Так, короче, у меня возникли небольшие проблемы с запуском. Не то чтобы так сильно большие, но ссылку на скачивание мода не буду пока оставлять, пока мне более нормальную версию не пришлют. Там через bin игра не запускается. Запускается через... Один файл Woody from Hell, который находится в папке в архиве с модом. Но там нас переносит в Valhalla, и там есть выбор. Убрать ограничения, заплатив, я так понимаю, за это. Или бесплатный перевод 30 минут игры. Надеюсь, что автор услышит меня и сделает нормальный запускатель. И тогда оставлю ссылку на скачивание мода. Пока нет. Так, в общем, музыки что-то я не слышу. А, она выключена. Такая вот музычка играет. Фон из The Neighbors Back From Hell, которым мы с вами играли. Так, надо сбросить прохождение. Пилотная серия. Здесь 4 уровня, я так понимаю. Погнали. Что это с такое с экраном, бля? Погоди, что там было написано?
Дайте-ка еще раз почитать. Я не позволю, чтобы какой-то карлик портил репутацию нашей семьи. Все подруги смеются над тобой, смотря шоу Уни. Что там дальше? Я думаю, ты понял. Тебе нужно делать. Если нет, то спи дальше, дебил. Медленно что-то бегает. Ладно, ты не хочешь спать. Доделаем ее стадо. Зачем делать стадо? Но это и фрагменты, взятые из мода «Месть Вуди» называется. Все, слезай. И что будет сейчас? Ничего не будет. Гениально. Даже вот этот логотип переделанный из «Месть Вуди». Вот, и вот этот вот ободок, вот этот, черно-желтый, оттуда же. А здесь у нас что? Непонятный язык, я ничего не понимаю на нем. Ууу, господи. Ох ты ж, ничего себе. Ну, не знаю, может быть это было вместе Вуди в обновлении, которое мы с вами играли. Но я не помню, я по-моему не проверял, что будет, если попасться с силой на глаза. Вуди на глаза, точнее. Да что за пипец, а? Странноватый мод какой-то немного, я хочу вам сказать. Хватит плясать, быстро. Два маркера. Это неожиданно. Don't do it. Звуки из хардкора еще взяты. Это сюда или нет? Нет. Да, но на самом деле как-то даже неприятно играть. Еще я боюсь, что на музыку авторские права могут быть. Ладно, просто авторские права, но надеюсь, не забанит хотя бы. Что это за коробки такие? Ну тут и удрать-то не успеешь. Давайте попробуем удрать, конечно, но мне кажется, не получится. Пляшет долго. Сосед. Попробуем удрать, конечно, но у меня такое чувство, что хрен это получится. Это невозможно. От него не удерешь. Ладно, прыгающий маньяк, блин. Это типа как достать соседа. Это типа как достать Вуди хардкор, можно сказать, получился у нас. Вуди из ада. Ух ты, ночь. Прикольно. У меня такое чувство, что предыдущий уровень непроходимый вообще. Mm-hmm.
Да блин, ну что ж такое, а? Ну и последний уровень. Ретро Эвенинг. Чё это за уровень такой? А, обычный уровень. Я просто думал, он отличается чем-то. А, смотрите-ка, сосед играет. Хотя будет только что, по-моему. Два соседа и два Вуди. Это вообще неожиданно. Немножко это все странно. Где же ты, пианино-то, Аля? Его нет? Так, вырубаем звуки. Вы слышали, я нет. Отвратительнейшие звуки эти. Несколько любых пакостей на выбор, я так понимаю, надо было сделать. Да, очень интересный мод. Этот мод какой-то... На этом, ну, такой вот небольшой мод. Как бы нам его оценить? Это странный мод. Да, я придумал значок. Вы дождались. И, собственно говоря, такой вот реально странный мод. Странный, непонятный какой-то, очень странный мод. Как я уже сказал, ссылку на скачивание оставлять пока не буду, пока автор не сделает нормальный запускатель игры. Ладно, на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Если вы тоже делаете свои моды на игру, когда соседы хотите их показать, присылайте в группу ВКонтакте в обсуждение. Там мне их удобнее всего смотреть. Хотя можете также прислать мне личку ВКонтакте, а также можете скинуть ссылку в комментариях под видео. Ну что ж, подписывайтесь также на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!